Вы знаете, действительно, мы с мужем, с супругом были всегда патриотами и России, и в том числе и Республики Татарстан, и где бы мы ни были, ну вот на отдыхе, да, с другими россиянами, когда встречались, мы всегда преподносили республику как, ну как бы мы действительно гордились, что живем в Татарстане, что же имеем отношение к Казани, и всегда позиционировали ее как респектабельный район для, ну как бы для привлечения, в том числе и инвестиций. И сейчас, ну, оказавшись в такой сложной ситуации, а мы на самом деле оказались в достаточно серьезной ситуации, все наши деньги бизнеса остались в Татфонбанке, и мы, ну, вот уже 2.5 года, можно сказать, ну, вот пытаемся вернуть свои заработанные деньги из карманов тех, кто бессовестным образом их своровал. Я не хочу говорить, что я живу в Татарстане. И если я говорю, что я живу в Татарстане, я уже не могу людей привлечь сюда. Вот вы знаете, ну, мне реально, ну, как бы я стыжусь, что вот наше правительство татарстанское довело ситуацию до такого, что мне стыдно признавать, что вот правительство Татарстана вот таким образом, ну, игнорирует нас, оно нас реально игнорирует. Потому что это не те деньги, которые... Ну вот, да, неподъемные деньги, чтобы не решить вопрос. Есть эти деньги, просто нас вот, ну, отшивают, вот и все. И, конечно, какое мое отношение может быть к правительству? Оно негативное. Я вижу, что на нас не обращает внимания, и мы будем призывать в 2020 году, следующие, да, выборы, которые предстоят, но мы будем выбирать другую власть. Можно было гордиться до 2000 примерно года. Потом уже, когда пошли отступления назад, тогда мы потеряли веру. Я виню власть, потому что народ ничего не может сделать. Народ, вот видите, как окружение железным забором. Они самостоятельно ничего не могут сделать. Большое разочарование. Горькое разочарование. Не только большое. Они предали народ, они потеряли всякую связь с народом. Это, конечно, очень печально. Нет больше того былого уважения к нашему руководству, которое было раньше, вдохновляло народ, какую-то надежду на лучшее будущее. А теперь просто горькое разочарование.